что, пока вся страна спит, Приморье уже готовится к поединкам. Сегодня у нас отличный день, отличная возможность у молодых людей, ребят, проявить себя, показать свои таланты, возможности, показать свой уровень подготовки. Судьи готовы, все готово, наградной фонд готов. А пойдем, кстати, посмотрим. Барканов Андрей. Ус. Ганиева Наталья. Тут работать и реферить на татами. Это Бобик Алексей. Его нету, да? И Забелин Игорь. Ус. Остальные. Значит, судьи первой категории и второй категории будут меняться в следующих должностях: боковые судьи, судьи при участниках, хронометраж и протокол. Мы сегодня постараемся судей второй категории прогнать во всех этих должностях, чтобы у вас, у каждого, сложилась правильная форма работы в той или иной должности. Нюансов хватает и в составлении протоколов, в работе хронометража и судей при участии. Судьи третьей категории будут работать только в должностях либо судья при участниках, либо судья хронометрист, либо протокол. Боковым судьей третьей категории пока работать не разрешается, согласно регламенту. Еще раз напоминаю, у кого какая судейская категория. У Бобика Алексея первая, Власов Валерий первая, Поворотников первая, Гончаров первая, Жданович вторая, Исаев вторая, Забелин первая, Песнев первая, Ворсин вторая, Березовский вторая, Василишин вторая, Сапожко вторая. Плов всегда кормим хорошо. Пловчик, шашлычок, колбаска, сырок, салатики. Инстаграм. Почему? Ютуб канал. А, Ютуб. Туалет в коньках, не ходить. Туалет будет. Победу на татами номер 3. Победу одержал номер 187. Иванов Тимофей, Хабаровский край, вышел в следующий круг. Ну что, мы передаем привет всем участникам соревнований, всем судьям, всем организаторам, болельщикам и от нашей бригады судей. Шихали, рыб! Вос! Вот так вот мы шикарно поздравляем наших шиханов. Поздравляем их. Давай вот все фото.